Улица 31 августа. Тегина и Александру Челбун в историческом центре столицы полностью отремонтируют к лету 2023 года в ходе проекта «Кишинев. Городские дороги». Он финансируется Европейским банком реконструкции и развития, Евроинвестбанком и спецфондом зеленой энергии ЕБРР. Стоимость проекта около 12 миллионов евро. Вчера были подписаны контракты между Приморией и двумя компаниями-победителями конкурса. На всех трех улицах заменят асфальт, создадут парковочные места, модернизируют тротуары и уличные освещение. А на 31 августа появятся еще и велодорожки.